Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.